Мои приветствия, дорогие друзья, катаемся на квадроцикле по горам. Это вообще класс. Проезжаем их по такому лесу, по горам, через такую отречку. Поехали. Вот такая вот дорога, представляете, надо на ней ехать на квадроцикле. Да, ты что, я, честно говоря, даже не ожидал, что будет, что будем ехать по такой дороге. Проезжали через такие речки. В общем, ладно, буду держать руль двумя руками, а то так нереально. Да, ты шо? Обед. Ты тут видишь. Я когда-то ездил в Египте на квадроцикле по пустыне. Ну там что, намотали Арафат, кое-что ели, по песку нормально. А здесь ситуация другая, здесь по таким дорогам что. Но есть несколько видов квадроциклов. Это такой попроще, типа 250 кубиков. А есть 600, там есть 800 кубиков двигатель. То на том, конечно, повеселее, наверное, поувереннее. Ну, круто, круто. Дерево упало. Маршрут опасный, опасный. Весь уже грязный, весь грязи. Класс, класс. Едем дальше, едем дальше. Ну, маршрут, конечно, опасный. По таким ехали местам, такие ручейки, горы, полная жесть. Поехали в горы. Такая вот красота. Выехали из леса, уже едем по хорошей дороге.